Всем привет, с вами Феликс, и мы продолжаем играть в Darkness 2. Походу мы появились в какой-то психушке, но я сейчас попытаюсь это выяснить. Ну, начнем. Вот Джонни сидит, начальник, который был. Джонни. Чёртов Джонни Пауэлл. Что ты здесь делаешь? И где это мы? Ну, думаешь всякую дрянь, потом едет крыша, а потом тебя считают психом. А здесь мы получили исчерпывающий ответ. Спросим у него, что... Привет. Тони, что случилось? Ты нашел, кто на нас напал? Иногда. Я даже фрукты от овощей отличить не могу. Черт, куда я попал? Нужно валить отсюда. Изюм вкусный. Что? Бобы гадость. А вот клубнику я люблю. Фрукты ясно. Принес? О. Было. Джеки, я здесь! Санта-Мария, Джеки, мы думали, ты мертв. Что там произошло? Я все уладил. Как всегда. Что здесь происходит, Тони? Без понятия. Слушай, пора валить отсюда. Ты бери лимузин, я поеду вместе с Винни. Он сломал пару ребер, но в целом жить будет. Ясненько. Когда впервые используешь тьму, она пугает. Но стоит распробовать, не оторваться. Все мысли только о ней, тьма поглощает тебя. Каждую секунду, каждый день последние 2 года я следил за собой. Стискивал зубы, чтобы не выпустить ее. А теперь она вернулась. Она изменяет меня. Да, я близняшек привел, а оно вон как. Я рад, что ты цел, Винни. Так что скажешь, кто на нас напал? Не знаю. Я заметил странного типа, хромого. Это ж с ума можно сойти. Вот он странно здесь, вот он нахрен исчез. Может, у меня с головой что-то? Вот Джимми говорит, этот тип у них командовал. Ладно, мне нужно переодеться. Твари мне костюм испортили. Найди Джимми, пусть зайдет ко мне в контору. Да, ясно, как скажешь, Джимми. Слава богу, оно вернулось. Оно. Сегодня я опять тебя видел. В переулке. В метро. Это было почти наяву. Как будто ты и в самом деле была там. Не изводи себя воспоминаниями. Что это за бабка? Тетушка? Дженни бы этого не одобрила. Меня пугает, насколько ты похож на отца, на Карла. Он все тяжело переживал. Сколько можно повторять? Тетя Сара, все хорошо. Ты не умеешь врать, Джеки. Иногда я как будто вижу ее. Как будто она жива. Она умерла, Джеки. Дженни нет уже много лет. Да, я знаю. Тетя Сара, спасибо за заботу. Но я в порядке, правда. Просто голова сейчас забита и все. Ну хорошо. Но если ты вдруг перестанешь бояться говорить об этом, загляни ко мне. Хотите взять меня на слабо? Так, куда дальше нам пойти? Чё, кожаная куртка? Да, многовато у него плащи.
Так, это что? Футболки, что ли, какие-то? Закинул. Носки висят. Так он и живет. Так, сходим-ка. О! Еще минуту назад он говорил, что эти твари ему испачкали костюм. По-моему, нормально. Чистенький такой. Ну ладно. Сортир тут. Как полагается. Съел. Бумажку взял. Дверь закрыл. Сделал. Картину посмотрел. Сюжетик почитал. И вытер, пошел. Смыл. Это ясность. Ладно. Куда он дальше-то? Ага, там тупик, значит, там вниз, да? А, вот. Здрасте, босс. Ну так что? Ты должен найти кое-кого. Джонни Пауэлла. Он живет у моста Квинсборо. Найди его и привези сюда. Джонни Пауэлл. Это не тот парень, который помогал тебе справиться с твоей штукой. Он псих. Кстати, а что с ним случилось? Неважно. Он мне нужен. Привези его поговорить. И еще, можешь с ним не церемониться. Как скажешь, босс. Пошлю за ним Эдди и Фрэнка. А, да, Джимми ждет тебя в конторе. У него есть наводка на этих козлов. Спасибо. Не за что, босс. Я пошлю Эдди и Фрэнка за этим Уже понятно, кого он там пошлет и куда, за кем. Хоп. О, еще одна ванная. О, ничего себе. Типа что, из головы, что ли? Ага, сюда, да? Что? Ну ладно. Новости без звука. Ладно. Картины какие-то непонятные. Рад, что ты цел и невредим. Старик. Джимми? Что за имена? Дженни, Джеки, Джимми, Виноград. Ладно, давайте поговорим. Винни говорит, что ты кое-что узнал. Да, насчет ресторана. Эмилио Кампезе говорит, что через пару часов кто-то поджег наш склад в доках. А Фредди сказал, что двоих наших ребят подстрелили у лавки Джино. Считай, что это война. Тот, кто это делает, уже труп. Слышишь, Джимми? Да, узнаю, Джеки Эстакадо. Винни сказал, к тебе опять вернулась эта штука. Очень вовремя. Говори, что ты нашел. Наш официант смог опознать одного из налетчиков. Парня зовут Свифти. Свифти? Слышал о таком. Он держит покер в заведении на 73-й. Я с ним не знаком, но горю желанием познакомиться. Я сказал Винни собрать парней. Когда будешь готов, ты только скажи нам. Окей, скажу. Нифига себе. Такие сабли. Погнутые. Тут чё? Ещё чё? Ага, два входа, значит, да? Тут у нас что? У нас, походу, кухня. О, как тут классно. Джеки? Джеки, не пойми превратно, но я припас для тебя горячую сосиску. Я на ней имя твое написал. Ну вот, ты взял и всё обожнил. Что? О, я сейчас тоже съел. Яичница с беконом, и это что, стейки? Давай, готовь мне стейки, пирожки. Чё это? Да, пирожки. Х. Икс. Х. Ну всё, пойдёмте дальше. Ладно.
технические неполадки, простите, мы продолжаем. Так. Каминчик тут так уютно вообще. Так, так, сидеть тут просто поболтать. Что журнальчики тут просто. Стол прозрачный, выпить можно. Шутка. О, это бильярдная. На воде, на тут, кстати, можно. Я расслабляю. Отдохнуть. Я же старею. Пора на покой. Самое время, по-моему, а? Это просто яхта, Фрэнк. Виски кол. Ты даже не переспишь. У яхты есть парус, и я им управляю. А не наоборот, понял? Значит, фонарик, я женой короче не управляю. Она моя сестра. Я знаю, что говорю. О, настоящий рыцарский костюм. Богатый парень. Конечно. Здрасте. Ладно, шутка. Осторожненько. Джеки, свистни как... Эй, Джеки. Может, навестим этого засранца Свифти? Идем. Руки чешутся. Отлично, босс. Понеслась. Go, let's go, go, let's go. Ну, заработала. Понеслась. Открою вам секрет. Когда я был ребенком, я до смерти боялся темноты. Я всегда знал, что там что-то есть. Оно затаилось в сумерках. Тетя Сара считала, что я не глуп. Она говорила: «Джеки, либо ты подчинишь свой страх, либо он тебя». И я старался, поверьте, старался. Каждую ночь я прятался под простынями и старался убедить себя, что там ничего нет, что это иллюзия. Слава богу, я вырос. Джеки здесь! Джеки, руку помощи не протянешь? Док сказал, мне нельзя поднимать тяжесть. Эй, Джеки, ну как ты, готов к делу? Просто скажи, куда идти, Джимми. Свифти был в ресторане перед нападением. Он держит приличный покерный клуб в заведении за углом. Пойдем. Это район Свифти, Джеки. Нас здесь не слишком любят. А внутри нас ждут ребята Свифти, которые нам точно не будут рады. Ладно, я не собирался с ними любезничать. Скажи Винни, пусть парни перекроют выходы. Отсюда никто не выйдет, пока я все не узнаю. Молодцом, Джеки. Ну дай, дай, дай. Ну все, спасибо. О, здравствуй, Джеки. О, здорово, да, опять. Отберите. Шутник. А ну заткнись. О. Уи. Уи. О, прокачаемся сейчас. Так. Что тут можно? Вот эту себе прокачаю, что ли? И все, что ли? Блин, все прокаканную способность. Ладно, дрянь, заткнись и покажи, что ты умеешь. На. О, мой любимый метание. О, классно, я его пригвоздил. Чек. Прям в голову. Что? А. Так некультурно, конечно. Давай чё не сломай! Давай! Всех перебил, ребят! Всех перебил! Слышу, болван! Не пускай его к нам! И
Что там делать? Отбрать круглый космический. Привет, какой. По ногам! Не пускай его! Он должен быть где-то здесь. Пистолет, пистолет, где мне пистолет, дайте мне пистолет. Я патронов не дайте пистолет. Пистолет скорее. Вот. Оу, oh, yeah. Так. Продолжим. Выход. Так. Прижмите его и стреляйте, пока наверняка не сдохнет! Так, так, а сейчас что-нибудь хватит, нет? Просто интересно. Мне ничего не хватит, да? Ладно. В следующий раз. О, рипи. А сейчас хватит. Вот. Схватите беспомощного врага и нажмите 2, чтобы выполнить киллерскую казнь и получить дополнительные патроны. Раз уж ничего больше нет, прокачаем эту. Эту. Дверька пригодится. Чего ждете, идиоты? Огонь! Тесак. Одобряю. Без головы. Как с головой? Оу. Раз не сдох. Сейчас точно сдох. Ты чё не трогай мой мартыш? Так, мой мартыш. Да уж. Я не могу. Привет, привет. Так, ни на что не хватает, как всегда. Заправимся. Спускаемся, такие катимся, типа такой вообще эффект. Кто тебя нанял, Свифти? У тебя мозгов не хватит такое провернуть. Ты ослабел, и я решил рискнуть. И сейчас я закончу, что начал. Удачи. А что ты сейчас будешь делать, мразь? Убью тебя. Пулями не пропуляешь, летать надо. А как же? Не боись, Джейк, я что-нибудь найду. Давай, быстрее. Давай только. Быстрее! Эй, батишка, тут газ! Ха-ха, не зевай, Джеки! Уть! А-а-а. Да ёпта! Кусок дерьма! Так, куда кинуть? Вот дерьмо! Я застрял! Отлично! Мы снова в деле! Бум! А, вот ты зря. Ты зря, конечно. Я без смерти. Всего хорошего, засранец! С
Снова неполадки, продолжаем. Оп. Давай еще. Помоги! Получай эстакада, тупая башка! Есть еще нет. О. Уродец. Ага, он тебя забоится. А, внимание! Давай, давай, где ты? Джеки, осторожней! Ты пожалеешь за то, что ты слыхался надо мной. Поздоровайся с двумя тоннами стали! О, не повезло! Давай еще немного. Давай, давай, еще одну. Давай еще. Еще один баллон. Где? Иди, попробуй-ка это. Ублюдок гребаный. Меня так просто не возьмешь. Ага, он тебя забоится. Жалкий день. Я не могу двигаться. Лепс. Убит. Шутку удалось. Давай. О, реки. Так, что тут, куда тут? О, классная песня. Ладно, помолчу. Привет, заяц. Что так долго? Дженни? А ты что, ждал другую девушку? Посиди со мной чуть-чуть. Я бы угостила тебя пивом, но до завтра тебе же нельзя. Окей, посиди. Похоже, я совсем рехнулся. Я отпросилась у Карла на твой день рождения. Он сопротивлялся, но я состроила милую мордашку, и он растаял. Он даже обещал испечь торт. Знаешь, я подумала, может, ты заглянешь ко мне, и мы вместе посмотрим кино. Алло. Земля, Джеки. Вы на связи? Дженни, это сон? Да, мы с тобой, мы вместе. Тебе везет, парень. Обожаю эту песню. Идем танцевать, Джеки. Вот, трусишка, это же просто. Я верю в тебя. Не знаю, что это. И знать не хочу. Я каждый день думаю о тебе. Каждое мгновение. Я говорила тебе, Джеки. Ты ужасно мил. На вид грозный, а в глубине души очень нежный. Это я во всем виноват, Дженни. Просто послушай, какие слова. Чудная песня. Вот бы все изменить. Чтобы ты была жива. Это я должен был умереть. Джеки, сейчас мы вместе, и это главное. Я помню день нашей встречи. Ты помнишь? Ой. Другие дети,
дразнили меня, а ты нет. Ты дружила со мной. Ты спасла меня, а я тебя нет. Да блин. Блин, облом. Ладно. Нет. Карла вернется через час. Не хочешь заглянуть сюда на минутку? Тут вкусные пирожки. Ну окей. Дженни! Вот черт! Блин, это было... Узнаешь меня? Ты один, Джек. Привет, мальчишка. Почему я вижу Дженни? Может, ты псих? Помню, у нее все так же. Я думаю, на этом и закончу. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. До следующего выпуска. Пока.